Ваше Величество. Шерлок Холмс, частный сыщик. Британец. Все атрибуты, которые возникают у зрителя в голове при упоминании двух слов «Шерлок Холмс», все эти атрибуты нами сохранены из уважения, так скажем, и к этому образу, и к его авторам. Но в то же время есть определенные новые обстоятельства, в которые он погружен, и которые этот образ по-новому все равно раскрывают. И это, мне кажется, у нас получилось придать этой истории новую трактовку. Откуда знаете русский? Читаю ваших писателей. Холмс Шерлок Бартоломеич прибыл в Россию для поимки преступника. Мне нужны результаты вскрытия. Да ее уже скрыли, вам мало? Мне нужен доктор, любой. Это на самом деле очень такая сложная составляющая именно этого персонажа. Вроде как все мы знаем, как говорят англичане по-русски, но на самом деле это все стереотип. И истинные англичане имеют свои особенности, нюансы построения фраз, которые очень хотелось освоить. Потому что эти обстоятельства предполагали это. Несмотря на то, что Шерлок мультилингвист с музыкальным слухом, каким его делает Конан Дойль на самом деле, у нас он попадает все равно в среду, которая ему не свойственна, даже при всем при том, что он знает русский язык. Конечно, хотелось эту характерность, так скажем, реализовать. Надеюсь, у нас получилось это сделать мягко, без того, чтобы ввести зрителя, да, в недоумение. Но, тем не менее, да, он человек, говорящий с акцентом. Работать над этим непросто было очень, потому что мы уже с детства, так скажем, наш речевой аппарат привык произносить определенные звуки, и, да, мускул уже работает по одному. И освоить это, конечно, было непросто, но мы с консультантами провели очень серьезный подготовительный период, потом определенную работу на звучании. И было отрадно слышать именно от них, от англичан, которые говорят по-русски и живут в России, что «а вот это так, как мы говорим, это да, это очень похоже по звуку, по звучанию». И это и было для нас таким определяющим моментом в этом. Вы поможете поймать убийцу. 3 рубля. Деньги вперед. Не любите англичан? В целом людей. Британцев в особенности. Мне кажется, он очень симпатичный по сути своей. По сути, мне кажется, человек, несмотря на то, что он в какой-то степени социопатичен. Но благодаря тому, что у нас все-таки такая история новая, да, и, скажем, это так, фантазия на тему, как этот персонаж мог бы существовать в России, в той же, да, то эти обстоятельства, они его открывают по-новому, на мой взгляд. То, как он не был еще показан в других трактовках. Он более открыт, он более податлив чувствам, он в меньшей степени представляет себя вот эту машину по поиску злодеев и расследованию убийств, а уже мы имеем возможность видеть какие-то человеческие в нем проявления, которых он сначала боится, но потом отдается им целиком и полностью. Не теряя при этом, так скажем, все атрибутики Шерлока Холмса. А что у вас к столу? Холодец. Холодный джем из мяса. Russian Tradition. Смотрите сериал «Шерлок» с 22 октября на платформе «Старт».